Всем привет, у нас сегодня квест. Квест будем прятать, как знаете, в передаче «Орел и Решка». Там они 100 баксов прятали. В принципе, у нас немножко меньше, чем 100 баксов. Там у них был спонсор, как это за VIP-карта. В Агродвиже все добываем сами. Так что сегодня мы прячем семена. Это, помните, на стриме у меня бутылка была Моршинская, реклама Моршинской. Неоплаченная, очень жаль. Семена капусты. Оп, есть. А вот название есть, видно. Центурион. Описание. 2500 семян. Почему ее прячем? Потому что сейчас Центурион идет в магазинах. Плюс 10% наличия семян в пачке. То есть, если 2500, то на 10% больше. Получается 2750. Как заявляет производитель, это специально такая акция, чтобы человек купил и получил больше, чем рассчитывал. На 10% больше семян, чем хотелось бы. Это крутая акция. И я лично проверял эту капусту на всхожесть. Схожесть, если высевается 160 семян, сходит 160 семян. Получается всхожесть 110% с этой пачки. Эту пачку я уже открыл. Я здесь, если честно, взял 160 семян. Это получается 2750 минус 160. Сколько это? 2600 семян здесь должно быть. Все равно больше, чем написано. 2500. Капуста Центурион. Еще какая фишка. Эта капуста продается на 10-20% дороже, чем любые другие капусты. Срок созревания 90-100 дней. У людей спрашивали, те, кто выращивали, они говорят, заезжают на рынок. Если капуста по 3, то эта капуста 3,50-3,60 уходит. Приятный, классный внешний вид. И еще она реально вкусная. На выставке в Днепре делали квашеную капусту, делали салат с этой капусты. Очередь была, чтобы ее попробовать. Так, я сейчас ее заворачиваю. Здесь семена есть. Вот они шумят. Слышно, да? Заворачиваем. Упаковываю. Ну, то есть здесь такой кустарный способ. Ну, мы тут все одинаковые люди. Влага сюда не попадет в середину точно. Бутылка осталась, это впихнуть невпихуемое, но я думаю, получится. Так, Моршинская и капуста Центурион. Так, ну чтобы достать эту капусту, нужно будет бутылку разрезать. Есть. Пробка. О, не, пробка. Я уже думал, что пробку потерял. Немножко сжимаю, чтобы был вакуум. Закрываю. И пошли прятать. Итак, идем прятать капусту. Центурион. А, такое движение. Где мы находимся? Адрес, чтобы мы могли найти. Радинск, в ту сторону Радинск, в ту сторону Цюрюпинск, Херсон. Туда, в эту сторону у нас Челбурда, или как правильно, Пролетарка. Где прячем? Знак Радинск, выезд. Это вот здесь, вот в этой стороне, тут красивый желтый дом. Оранжевый такой. Так, и вот эта бутылочка с капустой Центурион отправляется вот здесь, вот в этот знак. Покажи. Так, надеюсь, она не вылетит. А вот она, видна, да? Капуста Центурион. Квест от YouTube-канала Агродвиж. Кто найдет эту бутылку? Бутылку? Нет, семена. Там не бутылка, там семена капусты Центурион. Отпишитесь мне. Я есть в Вайбере, либо есть в YouTube-канале. Мы к вам приедем и снимем, как она растет. Поставьте лайк, поделитесь этим видео после того, как найдете эту капусту. Перед этим не делитесь. Всем удачи, хорошего вам урожая капусты Центурион.